Уважаемые друзья, всех приветствую из солнечного Нью-Джерси. И у нас сегодня на обзоре классный автомобиль для нашего оптового клиента. 2011 год, Mitsubishi Outlander с объемом двигателя 2.0. Отличный автомобиль. Такие же автомобили рассматривают многие люди под восстановление. Данный автомобиль у нас будет идти в разбор к оптовому клиенту. Сразу внесу ясность, оптовый клиент — это те люди, которые покупают от 15 до 30 машин одним махом. Это оптовые клиенты. Индивидуальные клиенты — это те люди, которые покупают единичные автомобили в основном под восстановление. На наших примерах мы вам показываем удары, с какими автомобилями вам стоит связываться, стоит ли такие автомобили рассматривать под восстановление и отправлять из США. Конечно же, надо к этому подходить очень внимательно и, конечно же, понимать, что вы хотите купить здесь в США. Автомобили бывают очень разные удары, поэтому в основном в Америке списываются автомобили, чтобы они шли под утилизацию. Но есть такие классные моменты, иногда встречаются автомобили с легкими ударами, и их можно восстанавливать. Давайте-ка я покажу обзор Mitsubishi Outlander, и вы все сами поймете, стоит ли искать аналогичный автомобиль с аналогичным ударом. Поехали! У нас, друзья, отличный кроссовер, который будет разбираться по автозапчастям и высылаться в Казахстан. 2011 год, Mitsubishi Outlander. Автомобиль имеет у нас боковые удары в основном. С пассажирской стороны автомобиль выглядит у нас достойно, с минимальными сколами и царапинами. По передней части автомобиль у нас также целый, имеет минимальные проблемы по переднему бамперу. Вот такая есть проблемка, сразу же вижу, галогенка треснутая, фары передние все целые. Работа двигателя у этого автомобиля отличная. Под разбор это отличная покупка, что вся передняя часть автомобиля целая и двигатель этого автомобиля в отличном состоянии. Удар у нас пришелся в бок автомобиля, повредил две двери. Крыло, кстати, тоже у этого автомобиля крылья пластмассовые, это пластик. Крыло битое. Диски в таком состоянии, они от удара, наверное, с каким-то другим автомобилем, они вот так вот покорябались, но они с виду целые. По дверям у нас двери уже не подлежат восстановлению, они на выброс. Списанный автомобиль, удар в бок, повредило всю стойку. Как мы видим, он так заломил всю стойку. Если этот автомобиль восстанавливать, это дорогостоящий ремонт, это надо вырезать и вваривать всю эту стойку. Тяжелый удар, я думаю, ну, многие люди, чтобы вы понимали, вот такие удары не рассматривайте под восстановление. Вы потратите кучу денег на запчасти и на саму работу. Поэтому такие автомобили отдавайте людям под разбор, чтобы могли купить и разобрать уже, не восстанавливать, потому что это серьезный удар считается. Поэтому нашим клиентам мы советуем выбирать автомобиль на аукционах с легкими ударами, с минимальными ударами. Такие автомобили есть, но их надо искать и выбирать. С нашей помощью вы можете себе приобрести один автомобиль и выслать из США в наши бывшие страны СНГ. Но этот автомобиль у нас будет разбираться по запчастям. И эти все запчасти скоро будут в Казахстане, в Алмате. Поэтому, друзья, если вы ищете какие-то запчасти от этого автомобиля, пожалуйста, скоро они уже поступят к нашим клиентам на базу. Mitsubishi Outlander Sport, полный привод, 2.0 литра бензин. По безопасности у нас автомобиль полностью целый, люка нету, безопасность вся целая. Давайте-ка посмотрим мы на пробег. На автомобиле у нас 145 тысяч, ошибок по двигателю нету, автомобиль обслуживался, даже масло меняли, часто все видно. Двигатель работает идеально, ухоженный автомобиль. Диапазон таких цен на сегодняшний день у нас в США до 3000 долларов. Такой автомобиль вы можете приобрести с аналогичными ударами. Обшивка дверей тут от удара
потрескалась. Но свитч, он рабочий. Вот такой был классный пример для вас, друзья. Если вы планируете приобретать аналогичные автомобили, но индивидуальные клиенты, под восстановление ищите легкие удары. Конечно же, пишите, звоните, мы вам поможем его приобрести. Ну, на этом все, друзья. Всем пока!